Сегодня автопробег у нас проводится в рамках третьей глобальной недели безопасности, которая у нас во всем мире с 4 по 10 мая проводится. Основные цели ее – это сохранение жизни и здоровья наших граждан. И также наш автопробег посвящен, как и во всем мире, наверное, сегодня, 70-летию победы над фашизмом. В автопробеге приняли участие сотрудники госавтоинспекции, их младшие помощники, юидовцы из школы номер 2 города Домодедово, военнослужащие воинской части Петровская и просто жители нашего города. Один из них – Андрей Иванов. Вообще это, наверное, скорее всего, долг, гражданский долг каждого. В принципе, надо помнить то, что было, и не забывать, чтобы этого не повторялось. Маршрут автопробега начался от пожарной части. Участники акции проехали по главным улицам города до Аллеи Славы, где были возложены цветы к вечному огню.